Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыга. Баллада о парашютах. Слова Анчарова. Парашюты рванулись и приняли вес. Земля колыхнулась едва. А внизу дивизии Эдельвейс и мертвая. Голова внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова. Автоматы были, как суки в мороз. Пистолеты били в упор. И мертвое солнце по стропам берез мешало вести разговор. И мертвое солнце по стропам берез мешало вести разговор. И сказал Господь: «Эй, ключари, отворите ворота в сад. Даю приказ от зари до зари в рай пропускать десант. Отдаю приказ от зари до зари в рай пропускать десант». И сказал Господь: «Это ж Гошка летит, Благушинский атаман. Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют пробит, пробит его автомат. Он врагам отомстил и лег у реки, уронив на камень весов. И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, а не его, и грешником был он сам. Но где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Но где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные стремена. Пока этот парень держит копье, в мире стоит тишина. Пока этот парень держит копье, в мире стоит тишина. И скачет лошадка, и стремя звенит, и счет потерялся дням. И мирное солнце топочет в зенит подковкой по камням. И мирное солнце топочет в зенит подковкой по камням. Доброго всем здоровья! Сегодня я хочу вам предложить нажимать на колокольчик, который есть на
экране вашего смартфона или телевизора, чтобы получать уведомления о моих новых видео, посвященных здоровью без врачей. Вы сами с помощью простых упражнений можете восстановить себе здоровье любого органа. Николай Полыгов.